Labdien! Man sauc Gabriels Budlis. Es esmu skolnieks otra klase. Skola Univers. Тема моего проекта Бурхалиф. Почему я его выбрал? Потому что мне интересует достижение мира. Основные достижения Бурхалиф это, что они сделали самый быстрый лифт в мире. А что такое Бурхалифа? Бурхалифа это здание, которая находится в Арабских Эмиратах, в городе Дубай. Оно самое высокое здание в мире. Оно оснащено 57 лифтов, самых быстрых в мире. Только один добирается до самого верха. Скорость этих лифтов. Внимание! 18 метров в секунду. Представьте, раз, и уже на 18 метров проехал. Это рекорд. И до верхнего этажа оно добирается за одну минуту. Почему интересно? Система сбора конденсата позволяет ежегодно собирать 40 миллионов литров воды. Ее используют в качестве полива растений, растущих в парке рядом Бурж-Халифы. На строительстве было занято 1500 высококвалифицированных рабочих. Бурж-Халифа обеспечивает себя с электричеством. Оно берется из солнечных батарей, которые расположены на крыше Бурж-Халифы. Мой рисунок. Бурж-Халифа. Это все происходит ночью. Там зажигаются огни, поют фонтаны, фейерверки лопаются. Это мои задачи. А есть стихотворение. Целый город небоскребов. Фонтанов и спорткаров. Он приснился мне во сне на закате. Он приснился он во сне. Бурж-Халифа был я. До свидания!